А в какое время пропал Влад? 18-19.00, где-то примерно это и время. Как исчез Владислав? Ну, и когда мы его приводили в чувство, потом подошли другие люди, подошел Максим Жумаев и Даша Дербанова. Они начали приводить чувство, я отошел, ну, к ребятам другим, пообщаться с ними просто. И мне подходит его лучший друг Валера, говорит, что Влад ушел в туалет. Как вы узнали, что Владислав исчез? Ко мне подошел его лучший друг Валера Славутин, сказал, Кирилл, это Влада нету уже 15 минут. Говорит, надо что делать? Я говорю, ну давай подождем, может сейчас вернется. Проходит 5 минут, и мы троем с Андреем Сидуриным и Валерой Славутиным пробежали поблизости, поискали, ну и ничего не нашли. А где в этот момент был его добрый друг Максим? Я в этот момент находился с Данилой недалеко от этого места. Как бы метров 15-20, где-то так. Ну, противоположной стороне вообще-то. Пожалуйста, как 12 его друзей или 12 участников этого праздника не понимают, где исчез пьяный юноша, который едва ли передвигается? Ну, скажу конкретно про себя. Я не видел, когда он ушел. Я в этот момент ходил со Стасом Яскиным, ну, в туалет, просто в туалет. Кто находился рядом с Владиславом? Тогда не знаю, я же говорю, я ушел. Ну, я ушел, да. Вы не видели, как он исчез. А вы? Я в это время тоже отошел с Максимом по личным нуждам. Вместе со мной. Ну, ребята, ну а вы были на поляне в числе других гостей вечеринки. Всего их было, ну, вместе с Владом 13 человек. И вы даете показания о том, что, уходя в лес, он прошел непосредственно мимо вас. Вы видели, как он удалялся в лес? Я не видела, как он удалялся в лес, но он сидел слева от меня, и боковым зрением было видно, как он уходил за меня. В какую сторону именно, я сказать не могу. Его приводили в чувство и поливали водой. Через сколько после этого он ушел? Минут через 15. Минут через 15. Что-то происходило еще в этот момент, или в момент, когда ему было плохо, что могло спровоцировать, что он ушел в обиде? И то быстро. Вы утверждаете, что он исчез где-то около 19.00, правильно? Ну, в начале 8-го, да. Вы где были в этот момент? Вот давайте прям пойдем. Ну, около костра стоял. В этот момент около костра был. Около костра. Вы где были? В туалет с другом ходил. С кем вы отошли? Со Стасом, ясно. Со Стасом. То есть вы не видели, как уходил Влад? Нет, я не видел, как уходил Влад. Максим. Где я находился? Да. С Данилой. С Данилой метров 15-20 от этого шалаша. С Данилом метров 15-20. Вот Влад в какую сторону пошел? В сторону чаще? Да. А почему вы не хотели вызвать полицию? Мы думали, найдем, как бы, не сильно не наводить паники. Ну и Влад пропал уже, смеркало. Стало резко плохо, его, извините, вырвало. Он попал себе на одежду. Я снял с него кофту, чтобы забрать, постирать, либо ему передать. После этого момента, ну, через 15-20 он пропал.